Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму маринованную капусту с овощами. Рецепт простой и быстрый. А капусточка получается хрустящей и очень вкусной. Приятного просмотра! 800 граммов белокочанной капусты мелко шинкуем ножом или специальной шинковкой. Болгарский перец освобождаем от семян и нарезаем произвольными кусочками. Чистый вес перца должен получиться примерно 300 граммов. 400 граммов помидоров режем небольшими дольками. Предварительно удаляем у них сердцевину. 100 граммов лука нарезаем перьями. . 25 граммов петрушки рубим ножом. . Также нам понадобится 20 граммов чеснока. . Каждый его зубчик делим на две части. . Теперь берем стерильную литровую банку и плотно наполняем ее капустой так, чтобы капусты получилось полбанки или даже чуть больше. Сверху бросаем 5 горошин черного перца, 2 разрезанных зубчика чеснока и заполняем оставшееся пространство всеми подготовленными овощами поочередно. Кладем помидоры, лук, перец. Не забываем пересыпать все зеленью. Слои повторяем, пока банка не станет полной. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 литровые баночки. Дальше заливаем овощи крутым кипятком. Прикрываем банки крышками и даем постоять 15 минут. Спустя указанное время сливаем воду из банок в кастрюлю и доливаем туда 100 мл кипяченой воды, чтобы маринада хватило наверняка. Затем добавляем 30 граммов соли, 80 граммов сахара, 50 миллилитров 9% уксуса, размешиваем и отправляем на плиту. Как только маринад закипит, разливаем его по банкам, не снимая с огня. Банки сразу закатываем, переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Хрустящая и очень вкусно маринованная капуста на зиму готова. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.